Здравствуйте, уважаемые телезрители! Прослушайте прогноз погоды на субботу, 25 марта. По республике смещение малоактивного атмосферного фронта вызовет по северу небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по Прибайкалью в ночное время суток 6-11 мороза. После полудня от минус 3 до плюс 2. В городе Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 6, минус 8. Максимальная плюс 2, плюс 4 градуса. Это был прогноз погоды.